Ремонт дорожного покрытия на улице Щусева с 22.00 21 августа до 06.00 22 августа. Ремонтные бригады «Киевавтодор» будут работать на улице Щусева. Как сообщает коммунальная корпорация столицы, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Щусева движение транспорта на участке от улицы Елены Телеги до улицы Вавиловых ограничит. Традиционные извинения можно почитать на официальной странице «Киевавтодор» в Facebook. По материалам сайта newsgra.com.